Так, попробуем задачку быстро решить и несложным образом. Так, у нас есть, это восьмая у нас задача, да? Пирамида правильная, треугольная. L-середина. Так, вот давай BC6. Я сначала попробую подписать просто, что дано. BC6. BC6. Ну, это вон та линия 6. 6. Но они все по 6. 6, 6, 6. Почему? Потому что правильная. Да? SL5. Ну, вот эта штучка у нас 5. SL сказано у нас L-середина ребра. Раз это середина, значит, а это 6, значит, это вот 3 и 3 будет, даже 3 и 3. Найдите площадь боковой поверхности. C5, BC6. Все, у нас получается вот такой треугольник. А, значит, боковая поверхность — это вот 3 таких треугольничка, которые снаружи находятся. Вот. Вот так, снаружи, это боковые. Вот я один такой нарисую. Один. Вот это А, С, С. Вот это у нас L, серединка, да? Вот это у нас 3, 3. Это 5. Да? Площадь одной такой штучки, одной штучки, видно по форме. Одна, вторая, сторона. 6, можно даже было на 3 не делить. 6 и на 5. Да? Это можно вот сократить при желании. Ну или типа 30 пополам. 15. 15 — это один такой треугольничек. А боковая поверхность — это 3 таких, да? То есть боковая S — это у нас 3 на 15. Таких. Итого 45. Все, вся задача. То есть 6 на 5 площадь одного треугольника находим. 15. А боковая — это 3 таких треугольника. 45. Все. Больше ничего тут нет.